25 января в КСК КФУ «Уникс» прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Татьяниному дню. О подробностях в нашем следующем сюжете. Бесспорно, День студента, иначе именуемый как Татьянин день, является одним из самых ярких праздников, который во все времена проходил с большим размахом. Пандемия, разумеется, повлияла на масштаб торжества, однако не смогла полностью помешать инициативной молодежи объединить свои творческие усилия под эгидой родного вуза. Это наш день, он законный. Это как после того, как многие сдали уже сессию, очень надеюсь, что все сессии сдали, и можно чуть-чуть расслабиться. По старой доброй традиции, перед началом концерта состоялась церемония чествования Татьяны университета. В прекрасных нарядах они устроили дефиле на сцене. Наши Татьяны, безусловно, за осознанное потребление. Скажем так, стосковавшийся по ярким, замечательным событиям, всегда с радостью воспринимает этот день. Тем более, очень многие в нашей стране проходили студенческие годы и, думаю, каждый из них вспоминает об этом с огромной теплотой и признательностью. На сцене концертного зала КСК «Уникс» были продемонстрированы лучшие номера талантливых студентов Казанского университета, а также гостей вуза, ведущих творческих коллективов города Казани. Не забыли и о достижениях студентов Казанского федерального, победах в научных направлениях, спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах, успехов в общественной деятельности. Особенно в Рио ректора отметил иностранных студентов вуза. Наши иностранные студенты активно участвуют в подготовке и праздника 25 сентября, праздника Дня Татьяны, Дня российского студенчества, таким образом приобщаясь к культурным традициям России, культурным традициям российского образования и российских университетов. Также в ходе торжественного мероприятия в адрес студентов университета прозвучали поздравления от почетных гостей, а также теплые пожелания, золотых сессий, автоматов и, конечно же, как можно больше насыщенных студенческих дней. Студенты Елабужского института КФУ также приняли участие в праздновании Дня российского студенчества. В последние годы стало доброй традицией отмечать Татьянин день всем вместе. К студентам КФУ присоединились студенты медицинского училища, колледжа культуры и политехнического колледжа. В рамках празднования состоялось открытие выставки под названием «От сессии до сессии живут студенты весело». Выставка посвящена истории студенчества и, в частности, тому, как елабужские студенты сдавали экзамены в разные годы. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Айдар Нурмиев, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев, Никита Акиньшев, Универньюз.